Форсайт — это же такая концентрированная точка неожиданности. Место, где люди встречаются в своем будущем. Это будущее предстает перед ними в виде дорожных карт, документов или чаще всего других людей, которые они там увидят. Я рассчитываю, что возникнет целый ряд форсайтов, стратегических карт дорожных, конкретных проектов, которые будут уже сразу после корабля реализованы. Это будет процесс развития самих людей, самих участников. То есть каждый из них получит уникальный опыт. Персональный и еще взаимодействие с коллективом очень интересных людей.